Видите, как мы говорили открыто? Да, да, спасибо. Скоро будем не каждый тур, а каждый матч давать. Ну, так, вы видите, время мы не считаем, да. Время не считаем между паузами. Матчами. А? Между матчами. Паузой вообще не было. Провокатор. Да. Ну, было интервью Себастьяна, и ему сказал генеральный секретарь о том, что некий регламент РПЛ не принял Суперкубок. Что это такое? Хотя обещали еще в феврале. Не регламент, а положение. Положение мы на самом деле приняли вчера. Все поручения выполнили. Раньше вообще такой процедуры не было. И клубы РПЛ не утверждали положение Суперкубки. Но, в принципе, проводящая организация была РПЛ, как вы знаете, год назад РПЛ. Поэтому сейчас все клубы выразили свою позицию. Мы провели общее собрание в вашем формате. Передали положение Суперкубки Российскому футбольному союзу. Поэтому, мне кажется, достаточно времени коллеги определят место проведения. Я так понимаю, что необходимость есть коммерческой составляющей проработать. Мы же хотели этот вопрос обсудить в очном формате с клубами. Mm-hmm. Да. И перенесли собрание? Нет, ну собрание перенесли, поэтому сейчас вот видите, в заочном формате утвердить. Ну, я скажу просто свое личное мнение, которое хотел обсудить сначала с клубами, но раз уж так получилось, что сегодня мы здесь вообще. Мне кажется, что стоит нам всем вместе подумать над изменением формата Суперкубка. Да, мы все привыкли работать по одной канве. Один матч перед началом сезона, чемпион, обладатель кубка. Но время поменялось, Еврокубков нет. Кубок показал, что можно менять радикально форматы, зарабатывать на этом деньги и быть интересным публике. Мне кажется, и Суперкубок тоже может быть. Он и сейчас значимый трофей, очень интересный матч, все решается в одном матче. Но вот я Александр Валерьевич вчера сказал, что давайте посмотрим, может быть, из двух матчей. Есть пример испанский. Да, финал четырех? Финал четырех. Играют зимой. У нас вряд ли в ближайшее время появится официальный международный матч в Кубке. Мы хотим играть, мы хотим больше видеть топовых матчей. Хотя если в Суперкубке какой бы формат ни был, два матча, четыре команды, шесть команд я сейчас фантазирую, да, но это будут топовые команды. Будет интересно публике, будет интересно зрителям, будет интересно спонсорам. Но сейчас времени действительно мало. Мы, как я, не успели этот вопрос обсудить. Наверное, будет возможность у нас на профкомитете, который я возглавляю, обсудить. Клубам обязательно, может быть, даже подготовили презентацию аналитику, вам покажем, вместе с вами обсудим. Но мне кажется, не надо бояться меняться, не надо изобретать новые форматы. Можно все это делать. Ну, мы правильно понимаем то, что грядущий Суперкубок. Грядущий Суперкубок мы утвердили в этом формате, который был. Мерсес проводит, мы с ним вместе поддерживаем. После того, как определимся со структурой календаря, будет определена дата, и, соответственно, будет проведена заявочная кампания на это проведение. То есть допускается вариант, что Суперкубок будет даже не в России, зимой, допустим? Ну, я бы вообще все варианты не исключал, да? Я бы вот просто всем сел и подумал, да? Нужны матчи, нужны деньги, нужна интрига. Ведь хорошие бы матчи были, если даже топ-4 возьмем, как в Испанской. Хорошие. Надо посмотреть, когда это можно сыграть, где это можно сыграть. Декабрь. Датом второго сезона, мини-турнир летом перед началом сезона. Вариантов много. Уверен, будет показывать, что будет интерес со стороны медицинских компаний, телевизионных. Поэтому сейчас проведем, все клубы поддержали положение в редакции РФС. Там много новинок по аналогии с клубом России. Опять же, будем открытыми. Надеюсь, и заработают клубы больше денег. На прошлый опыт, как бы мы ни критиковали, действительно, клубы заработали хорошие матчи. Уверена в этом, кто выйдет в финал Суперкубка, работает хорошие деньги. А дальше давайте сядем подумаем. Почему бы нет? Там можно какие-то инновационные вещи попробовать из продакшена, с судьями, с комментариями. Вот точно. Хватит быть не стало. История с мужчиной развивается, вот эти предложения, ведь я администрация РПЛ сделала, клубы, на ваш взгляд, ну, то есть явно стало как-то это все дело быстро развиваться, в сторону, если не некую либерализацию, то не облегчение возможно получения. Вашу терминологию, конечно, да. Да? Мы все знаем, что есть поручение, кто дал поручение, кому дал поручение, проходит ряд совещаний, я будет неправильно, да, если я буду комментировать работу, где увлечены могут государственные структуры. Мы благодарны, что нас включили в эту работу. Мы с клубами отработали, подготовили наши предложения, направили коллегам уже их компетенции, все эти предложения проанализировать с точки зрения
возможности реализации технической, финансовой, прочее, еще безопасность. Мы готовы, мы открыто принимали участие в совещаниях, будем принимать. Не первый раз мы уже писали, к сожалению, не всегда. Мы достучались до адресатов. Сейчас я надеюсь, что все вместе мы выполним поручения, которые дали нам руководители. Была инициатива, как правильно назвать запись с твоей командой? Кудроц. Некита. Была инициатива Некита о том, чтобы Wildcard в РПЛ. Это было предложение господину Дюку, если бы к вам обратились, как бы вы на это ответили? Категорически нет. Объясните. Потому что спортивный принцип выше всего. Как бы я, вы знаете, что я всегда поддерживал медиа, лигу, медиа-клубы, медиа-звезд, но это большой спорт. Здесь есть спортивный принцип. Для того, чтобы сюда попасть, ты должен быть не просто популярным, ты должен быть не просто интересным, ты должен добиться этого права на футбольном поле. Как это сделать, вы все прекрасно знаете. Некоторые команды из медиа-футбола, да, уже куда-то у себя профессионально, выиграют вторую лигу, выиграют первую лигу, добро пожаловать, тогда мы будем рады. Но дело в этом исключении, мне кажется, мы даже не серьезно. У них такая организация, что мы популярнее, чем многие команды РПЛ. Мы собираем больше людей, мы интересны. Мы все играем для зрителей, мы все хотим популярности. Мы прежде всего это спортивное состязание. И пока, по крайней мере, я работаю, и в регламентах, и в календарях, главное всегда это спортивное принцип. Поэтому мы будем рады. Пусть попробуют вторую лигу. Просто Хима говорил о том, что хотели бы инициировать расширение РПЛ до 18 клубов. Насколько это реально? Ну, сейчас, мне кажется, это нереально. И я соглашусь с Александром Валерьевичем, когда мы увидим действительно, что есть крепкие клубы с финансовой и спортивной точки зрения, когда мы опять же проанализируем, что делать с клубами, что делать с другими клубами, тогда этот вопрос можно рассматривать. Сейчас, мое мнение, не коррелировал повестку, этого нет. Но на данный момент у нас будет все, коллеги. Спасибо большое. Зенит же, Зенит. Снова начали говорить о возможном значении пика на стадион. Позиции лиги, позиции клубов, мы хотим, чтобы ты увернули. Как скоро это может произойти? Это зависит не от нас, но, опять же, я не могу упоминать, каких письмах и куда мы это включали, но мы все это поддерживаем, и лично я где-то на других разговорах начали говорить, у тебя не очень помощник, но здесь нет. Мне кажется, здесь вот точно коллегам спою, посмотрите еще раз и попрошу поддержать нашу инициативу, если и подъем. Все, спасибо, коллеги.